Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот красивую шоколадку Коммунарка, трюфельный элит, шоколад горький, десертный с начинкой. И здесь у нас целых 200 грамм, представляете? Сейчас уже 90-85, а здесь 200. И давайте почитаем с вами состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Мне, кстати, понравился, он очень красиво выглядит с этой стороны. Такое золотое дерево. Какой-то небольшой пейзаж. А, продавался он со скидкой за 100 рублей. И давайте его откроем и посмотрим. А здесь у нас прям даже батончиками, что ли? Да. А, ничего себе. Я и не знала даже. Смотрите, прям батончики классные, и фольга такая совершенно другая, у нее такая необычная фактура. Очень жалко то, что здесь на шоколадке ничего сверху не написано, не наклеено. Так вот вам шоколадку подарят, вам она понравится, а вы потом позвоните, спросите, как назывался, человек не помнит, и никогда в жизни, в принципе, вы не найдете, потому что тут тоже особо ничего не написано, сколько их там штук, как она вообще там, я не знаю, может быть, где-то сбоку здесь написано. Здесь просто 200 грамм. А, ну, x8. Ну, это x8 не всегда заметишь, в принципе. А, нет, вообще тут тоже написано. Но все равно. В принципе, могли бы что-нибудь такое придумать. Очень довольно красиво, мне прям нравится такая фактура, классная. Ладно, давайте будем пробовать. Так, сейчас с вами тарелочку возьмем нашу. Так, с этой стороны мне уже не очень нравится, как оно выглядит. Так, немножко оно потрепанное. Здесь вы видите то, что есть как раз вот тот бантик, где как раз и написано Коммунарка. Плохо видно, но вот он вот такой же вот и там. А, ну хотя, в принципе, если вам подарят, да, вы, в принципе, найдете, прочтете Коммунарка и потом найдете. Так, написано, конечно, элит. Но шоколадка, вот, пожалуйста, смотрите, она начинает сбегать. Она реально убегает у меня из рук, она оставляет довольно влажные следы. Вот буквально. Во, видите? А, то есть, я так понимаю, это, конечно, свидетельствует о том, то, что этот шоколад, скорее всего, не натуральный, потому что мы с вами как раз предыдущий шоколад пробовали, там и вкус был прям такого натурального шоколада, и, конечно, шоколад не сбегал из рук. Вот, смотрите, это ужасно. То есть берете шоколад, и в итоге он у вас убегает. Так, разломался немножко неудачно. Попробую. А, она с начинкой, да, какой-то. Да, тут есть какая-то начинка, я уже вся измазалась. Какая-то начинка есть, не знаю, правда, там какая начинка. Но что-то есть. И она сверху мягенькая.
попробуем сейчас тут. Да, она сверху мягкая, пожалуйста, видите, вот вы. А, то, что она мокрая. А, ну, видимо, это вот начинка как раз шоколад. Как он там? Наверное, трюфелька какая-нибудь. Конечно, не измазалась чересчур. Ну, ладно. Давайте ее с вами попробуем. Что же у нас это за шоколадка? Какая она у нас с вами на вкус? Действительно ощущается трюфелька. А по вкусу очень похожа на шоколадку Мерси. Там тоже, по-моему, есть трюфельный. И вот у них что-то такое схожее, похожее. Довольно вкусное. Но присутствует еще какой-то более непонятный такой вкус, что как раз все это перебивает немножко. То есть, в принципе, трюфельку я знаю, какая она на вкус, я ее пробовала, как бы она там есть, есть что-то еще. И ощущение, как будто попадаются какие-то мелкие орешки, такие мелко-мелко перемолотые. Ну, не знаю, может, мне кажется, конечно, но чувствуется, как будто попадаются. А по сладости неприторная, нежно-сладкая. То есть, ну, в принципе, довольно вкусная. Давайте я попробую еще раз. Еще одну штучку. Есть нежная начинка, прям такая нежнейшая. Послевкусие именно того, что что-то там непонятно. Не знаю, может быть, там вкус коньяка, перебитый с чем-то. Ну, что-то такое непонятно, прям послевкусие, прям конкретно его. Если еще начинается вкус трюфельки, то заканчивается чем-то непонятным. Не знаю, может, элитой какой-нибудь заканчивается. Честно говоря, из-за этого вкуса не очень хочется есть еще этот шоколад. Как-то не особо тянет, если честно. Как-то этот вкус, когда заканчиваешь есть конфет, шоколадку, этот вкус очень ярко выраженный. Такой прям явный вкус. Как-то не особо приятно. Не очень мне, честно говоря, понравилось. Но, в принципе, такую шоколадку можно подарить. Да, здесь довольно хорошие слова написаны, то есть трюфельный. Трюфельки у нас с вами довольно дорогие. Также написано элитный, то есть, элит. То есть элит у нас все любят. Шоколад горький. Горький тоже любит, да. Сама упаковочка у нас с вами красивая, золотое деревце, да. А, коммунарка. Они сейчас довольно много шоколадок своих выпускают. По-моему, они даже ценятся и довольно дорого стоят. На них акция есть очень-очень редко. Очень тяжело поймать ее. Именно купить по акциям. Вот. Ну, честно, мне не очень понравился этот шоколад. Как-то такой, так себе. Бывают, конечно, шоколадки очень вкусные. Я пробовала разные. И пробовала даже с натуральным шоколадом. Они действительно вкусные, но это что-то явно не элитное, это что-то, не знаю даже, как-то мне не очень. Напишите в комментариях, может быть, вам понравился такой шоколад, и напишите, чем понравился, мне будет очень интересно. Возможно, вы напишите свои отзывы. Также на сегодня это все. Смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. Также обзоры на продукты, фикс-прайсы, светофоры, победы обычных магазинов, всякие шоколадки, чипсы, консервы. Там много всего интересного. Кулинария у нас есть также. Живопись. И много-много-много всего интересного. Такой разносторонний канал. Все стараюсь для вас. Наш девиз – все лучшее для вас. Обязательно ставьте лайки.
подписывайтесь, пишите комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!